Рождественская ярмарка в этом году развернется в центре столицы на площади Великого национального собрания и в сквере Кафедрального собора. Елку уже устанавливают. Как и в прошлом году, она искусственная, 20-метровой высоты. Активно готовятся к праздникам не только власти, но и рядовые жители страны. Такие хлопоты способны уберечь от сезонной хандры, считают психологи. У нас есть свойство стремиться растянуть на как можно более долгий срок. Это отличное состояние комфорта и оптимизма, которое мы испытываем на стыке лет. Многие кишиневцы тем временем говорят, что начали готовиться к праздникам еще в октябре, потому что одной зарплаты на все праздничные траты не хватает. Вот как появляется в продаже, так и начинаю, чтобы успеть до праздника сделать все, что задумала. Люди по всей Европе начинают готовиться рано, даже за 2 месяца до Рождества. Хоть какая-то радость, раз уж других поводов нет. Недешево, зато потом не придется терять время в предпраздничном хаосе, когда все толпятся в магазинах. Специалисты рекомендуют запастись терпением, чтобы сэкономить. Обычно за 1-2 недели до Нового года появляются скидки на некоторые товары, которые перестают пользоваться повышенным спросом, такие как елки. Продавцы прекрасно знают, что после праздников продажи сильно упадут, поэтому снижают цены, чтобы товар не пылился на складе целый год.